Повторяю, объект на месте. Захват. ФСБ России по Саратовской области пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Следственным отделом УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ выявлена и прекращена деятельность незаконной лаборатории в Энгельском районе Саратовской области по производству наркотического средства мифедрон. В результате обыска обнаружено и изъято свыше 4 кг наркотиков, химические реактивы и прекурсоры, а также лабораторное оборудование. В настоящее время принимаются меры по установлению имущества фигурантов уголовного дела, выявлению и документированию действий по легализации преступных доходов, полученных в результате незаконной наркоторговли. Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведенными физико-химическими исследованиями установлено, что представленные вещества являются наркотическим средством мифедрон массой более 4,5 кг, что эквивалентно 12 тысячам доз, а также химические реактивы массой более 800 кг, которые используются в том числе для производства наркотических средств.